В общем, всем здорово, бродяги, с вами Бодяга. Я не знаю, что вот с этой прической делать. Вот, знаете, я назад закину. О, так лучше выглядит, и правда. Короче, угадай песню по эмодзи за 10 секунд. Русские хиты 2019-2020 года. Ну, где логика, хер знает. Ну чё, если чё, подписывайтесь на второй канал. Завтра выйдет авторское видео, наконец-таки. Господи, я две долбанных недели не снимал видео на второй канал. Давай! Так. Мотнуть. Также здесь можно приложить соцсети. Да. Мэвл холодок. Но это легко. Ой, детка, между нами, попри мне нами, попеет холодами. Громче. Так, стоп, подождите, а у меня такой вопрос. Здесь, надеюсь, авторских прав. Все. Я что-то не понял. Что такое love is? Подожди. Ну тут здесь же... Ну хер поймешь, короче, ладно. Что такое love is? Трудно понять. Но, слушайте, если вы сейчас не угадали, то вы не фанат Моргенштерна. Как его там? Во-первых, 4 украинки, а во-вторых, это Кока-Кола. Да. Да, my life это картинки. То 4 украинки. Ягоды малинки. Хорошая песня. Мне кажется, это самое лучшее у него. Хотя нет, там еще есть ра-та-та-та-та, мне зашло. Очень много песен, там все хорошие. Ти-фест, я злой мишка. Дурак. Вот я думал, кстати, это тоже. Нормально. Не, ну это уже легко. Это полегче. Но я надеюсь, что я угадал с вами. Ну, вы тоже об этом подумали. Дава и этот, тот самый. Ой, Дава и Ольга Бузова. Мандаринка. Хотел сказать украинка. Ну давай. Нормально. Не знаю. Ну-ка. Пока все ищут место под солнцем, на руки светят огни. Плевать, как все обернется. Хорошая песня, кстати, у Маркула. Хорошая. А я не угадал. Белоснежная принцесса? Это не любовь, но я люблю твое тело. А я был близок, я сказал белоснежная принцесса, а принцесса это то же самое, что и королева почти. Вот так. Свела меня с ума, не знаю, что с этим делать. Холодная такая. Так, ладно, дальше. Да чё это, чё такое-то, мне трудно. Так, я боюсь, у меня авторские права. Да чё, как... Так, подожди, запомни, есть два типа людей, может быть? Нет. Не знаю. Во дворе ходит слух, то, что я влюбился в двух. Во дворе ходит слух. Да ну в жопу. Да вообще трудно. Так, стоп. Я спать, встать ночью и посмотреть на черный фон. Я тупой, скажите? Проснулся в темноте. Это всего лишь что? Мгновение назад я был уверен. Я знаю, что влюблен. Я не знаю. Мне кажется, я знаю, что это за песня. Она была топ-1 в чартах, и там было написано 18. Какой-то чувак пел, я не помню кто. Как про день рождения, если не ошибаюсь. Тебе исполнилось 18. Но я только ее не слушал, но чуть-чуть так. Но я помню, вроде да. Вроде я правильно сказал. Нет, это не та.
скажи, что это Bananas Little Big. Ну я хоть здесь-то угадаю. Стрим 19:30 по Москве. Хоть здесь угадал, прикинь, хоть здесь. Типа, привет твоим губам или чё? А я водил пальцами по губам, ты говорил ложные слова. Ну хоть, мне кажется, это LG Aqua. Я сегодня не с того пальца встал. Не с той головы, извиняюсь. Любимка. Все, проиграл. Лайк! Чуваки, в 19:30 ежедневно по Москве стримы. Если что, в 19:30 по Москве ежедневно. Вот так вот. Вот. Ну, слился, да, я знаю, не смог. Короче, жду вас на стриме, если что, на стримах и так далее. И до новых видосов, бродяг. Сегодня будет стрим. Вчера я устал, очень спать хотел. Да.